Всем привет, с вами Ангел Рок. И Элизабет Смайл. С горем пополам я согласилась еще на одну серию. Да-да-да, я хотя вот играю не я, но мне, походу, страшно еще больше. А я думаю, что там такое? Ладненько. Что? Продолжим? Пошли, опасные. Нам надо второй нож просто в руки. Да-да-да. Не подходи! Так, я уверен, что они там не единственные были. Так, что у нас там с аптечками? Аптечка одна. Блин. Сделаем аптечку. Ну, у нас так-то еще в ящике должны быть аптечки, нет? Перезарядимся, чтобы освободить место, если что. Так, так. Сюда вот поместить. Ну, мало ли. Ножик возьми. Сраные такие вообще звуки. Ага. Стрёмные. Так. Я так толком и не посмотрел. Шон. Тамара. Её нет. Значит... Закрой. Она где-то ходит. Шон. Шона тоже нет. Уильям. Уильям. Уильяма тоже нет. С рукой. И... Лара. Трэвис. И... Заперт. Трэвис заперт. 3А. Отпечаток руки. Что? Как закрыть? Никак. А, во. Так. С Трэвисом проблемка вышла. Мы не знаем, как его. Уильям, Лара. Зачем ты открываешь-то? Ну, я попробовал. Вот там же сказано 3А. Вот Уильям. Здесь Лара. Лара. Потом, кто там еще есть у нас? Ну, значит, вот это вот. Тамара. Тамара. А. И отпечаток руки. Бики. Сука, вылазь. Ух ты, япона, мать, какой он некрасивый. Какой он страшный. Какой некрасивый, какой он страшный. Беги. У него клешня. Он вообще какой-то конченый. И он быстрый пипец какой-то. Слушай, Уильям, ты мне не нравишься. Или кто он там? Ёб твою мать. Как его зовут? Не Трэвис? Знаю. Трэвис, ну. Беги нахрен от Трэвиса! Он приготовился конкретно такой. Он готов. Он сварился нормально так. Запекся, точнее. У нас нет аптечки, да? Угу. У нас есть супер аптечка. Он сейчас. Он сейчас, ладно. Так. Чё, блин, нас покоцало плохо? Так нормально. Но у нас есть сохранение. И мы знаем, как открывать. Угу. Так. Давай выйдем и загрузимся. Так, которая? Вот это вот. Там было автосохранение. Вот он кончен, у него такая клешня такая большая вообще. Не подлизывайся. Ну, в смысле? Сраные двери. Вообще. Перезарядись сразу. Кстати, да. Кстати, да. Че, может его сначала пистолетиком в голову пострелять? Нет. Че, сразу нож? Мне кажется, не прокатит нихера. Да и я особо к нему подойти-то не могу, потому что, ну, он рукой меня сразу
долбит. А если ему стрелять по рукам, они могут отлететь? Они могут, но они отрастают. Тут именно голову. Пока ты стрелишь ему клешню, ты можешь. Я пока открывать не буду. Нет, так, кажется, тут заперто. Вот здесь вот было, кстати, что-то. Да, давай мы сюда пока не будем, мы разберемся с Трэвисом. Или сначала с остальными разберемся. Да, лучше с остальными разберемся. Потому что мало ли. Оу. Они маленькие, они не мощные. Я просто предлагаю, смотри, если что? Стрелять ему по руке, где клешня, она может же отлететь и... Это не конченое, это нормальное вроде как. Они мне уже кажутся нормальные по сравнению с этим Трэвисом. Угу. Он идет. Отойди, 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 пока он в тебя не вытовал. Вот так со здоровьем у нас проблема. Погоди, погоди. Во. Видишь? Угу. Голову и все. И... А ему я предлагаю отстрелить сначала руку с клешней. И пока она будет отрастать, отрезать нахрен голову. Добрая Лиза, плохого не посоветует. О. Еще один? Да твою ж мать. Бежим, бежим, быстрее, бежим, быстрее, бежим, быстрее. Бежим, бежим, бежим. В проем. Так, отойди, отойди, отойди. О, это тварина. Твою мать! Быстрее, быстрее, вставай, вставай, вставай. Аптечку, 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 пока у нас есть возможность. Нет, все нормально. И меня жаба душит, аптечку использует. Ладно, хрен с ним. Но в смысле жаба просто... душит? Нам, так плохо. Да, нам просто уже реально херовенько. Идиоты. Два дебила выглядывают. Сидят за экраном и выглядывают в надежде, что что-то изменится. Так. Здесь три эти кокона. Сколько мы еще двоих убили? Осталось уже девять. Уже девять, да. Смотри, здесь кокона три. Больше. Раз, два. Нет, ну по сути вот этих центральных. Да, это три. Скорее всего просто наросты, в которых они живут. Ну вот. По одному кокону на каждого. Так, еще. Чморика. Охрень. А, нет. Давай, выходи. Вот он без руки. Я считаю это преимуществом. Это очень хорошо. Отойди, отойди, отойди. Якая ты скотина. Убил! Два удара достаточно. Мы это теперь знаем, что достаточно два удара. Пипец. Ладно. Мы после того не сохранились. Кстати, да. Блин. Ё-моё. Мы двоих там убили, мы не сохранились. Ё-моё. Ну ладно. Сейчас сделаем. Сейчас будет ништяк всё. Сейчас всё будет. Мне аж подташнивает. Да. Ты шо? Всё нормально? Нормально все. Нормально, нормально все. Так. Один тут, другой там. Патрончики берем. Это что было? Тут. Нет, тут эта долбанная дверь закрыта. Я не понял, что это было. Я тоже. Я же вздрогнул нахрен. Но мне это не понравилось, как будто выстрел. Угу. Так, вон полез один. Бежим в проем. Пойди сюда, родной. Пойди, пойди, давай. Давай, молодец, молодец. Молодец, молодец. Опаньки. Отойди. О, да я, чё он так медленно, сука? Всё. Пипец. Он медленно вообще отходил. Чё-то у нас как-то получилось удачно. А потом теперь... что-то неудачно. А теперь что-то как-то не очень. Я жмотю вот эту аптечку. Аптечку я вижу. Но мне кажется, они пригодятся нам в будущем. Очень сильно. У нас там Трэвис еще с клешней. Угу. Так что лучше их... Опять их... идем по стандарту. Их можно убить. Без проблем.
Ну, то есть, особо не напрягаясь, но все равно, как бы, напрягаться стоит. Давай, иди сюда, скотина. Иди сюда. Сразу отходи. Пока он замахнется. Отходи, 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 отходи. Говорила же. Ух ты, тварь. Да блин, сколько им ударов надо сделать по голове? Что-то я ему нанес столько нахрен до хрена, столько нахрен до хрена. Мы устали просто уже. Что-то оно. Я поэтому говорила, что надо было заканчивать. Если я устала просто рядом сидеть, то представляю, как ты устал. Но мне интересно, что там дальше. У нас еще завтра штрим. Че? Зря. Зря, да? Да. Ну, надо было вот после того, как он тебе один удар нанесет, он по-любому его сделает. Вот тогда надо было. Ладно. Мы все равно сейчас помрем, так что. Этот вообще медленно какой-то удар. Мне кажется, они не такие, как был тот. В демке нет. Вообще не такие. Не-не-не, такие. Такие же. Отойди, 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 просто отойди. Да блин, он не отходит. Дурак этот. Но ты заблокировал, да? Да-да-да, я заблокировал. Я на пробел нажал. Вот. Теперь мы знаем, что можно смягчить удар. Так я знал, просто я постоянно забываю его использовать. Так, вот с той стороны сейчас еще вылезет. Уже полез. Бегу, 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 бегу. Успел. Блин, отлично. Нужно было этот, пока он... Отлично. Отойди, отойди, отходи, 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 отходи. Да? Вот это что? Вот, вот, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Умничка. Вот, он когда голову поднимает, там достаточно два удара по шее нанести, и ты порвешь ее нахрен. Да нет, тут, скорее всего, вот, от количества зависит все равно. Потому что, ну... Мне кажется, именно надо попасть им вот по шее, где связывают. Хрен его знает. Потому что, смотри, вот сколько ты ударял именно просто по голове, так. Ему было по барабану, его просто глушило. Да, иди сохранись. А вот сейчас он как только голову поднял, ты ему по шее ударил раза три, два, и все. Ты просто разрезал вот эту хрень. Которую, ну, так, типа, вот сейчас мы четырех убили. Да, теперь осталось 9. Теперь осталось 9. Убьем того однорукого, будет 8. Угу. Трэвис в их счет? Да. Всего 13. Я буду ржать, если мы в процессе убивания этих 13 найдем еще записку, в которой узнаем, что их не 13 нихрена, а штук 20. Будет стрёмно. Очень. Что-то пипец, аж прям напряжение, напряжение такое. Ага. Так. Мне интересно, что там, в той комнате. В той комнате еще один, да, по-моему? В какой? Вот в этой. Да, на руки. А, точно же. Хе-хе, он стоял, ждал нас. Скотина. Воу, тихо. Мне кажется, у него рука удлиняется из-за того, что он на руке. Вот он специально отходит, чтобы вышли из проема. Тварь. Отойди! Он закрывается рукой, тварь. О, еще один! О, одного убили. Твою мать. Напугал. Еще один. Твою мать. Предлагаю бежать, выманивать по одному нахрен. Руку. Убил? Нет, не отрубил нихрена. Оказалось. Еще один однорукий? Так, отлично. О, там еще один.
Твою мать! Беги! Твою мать! Твою мать! Сколько мы убили уже? У них руки удлиняются, ладно, руки. Он пытается замахнуться второй рукой, у него не получается. Ага. Видишь, он пытается. Да. И тратит на это силы. Да мы красавчики, беги, сохраняйся нахрен. Так, мы убили раз, троих. Два, три. Еще троих, кажется, убили. Четверых. Нет, троих. У одного просто мою руку отрубили. О, еще троих. Эпик. Это получается семерых уже завалили. Даже здоровье не затратили. Вообще прям красавчики. Это было эпично. Нахер сохраняемся, пока не напортачили. Зная нас, мы можем. Семерых уже убили? Да, получается семерых. Офигеть. Больше половины. На одного больше половины. Еще шесть. Пипец. Теперь спокойнее. Так, что у нас там? Патроны, так. Пистолет возьми, перезарядись. А, у нас все равно не хватает, да, места? Ее перу на театр. Может, давай аптечку сделаем? У нас с этим проблемно. Ну да, можно одну аптечку сделать. Потому что у нас один, одна сильная и все. Один этот убрать на этот. На патроны. Прекрасно. Эвоксид тебе хватило только на одну травку, да? Траву можно пока убрать, мне кажется. Подожди-ка. По-моему, я напортачил. Ну-ка. Эй, подожди. Ты стой. Объединить. Одна аптечка. У нас травы просто много, а эпоксидка была одна. Ты не напортачил. Ладно, хорошо, так. Я предлагаю вот эту вот патроны выложить. 7. Хотя бы чтоб. А подожди, их можно разделить? Нет, нельзя. Ладно, так, сохраняемся на всякий случай. И идем дальше. Сейчас еще чуть-чуть пройдем дальше. Посмотрим, что у нас там есть. И закругляемся на сегодня. Вот реально, что-то 3 серии подряд, это прям вообще пересел. Мы даже край эфир 3 серии подряд не записывали. Да, еще край эфир проходить. Жесть. Завтра-то что будем делать? Играть? Стрим или что? Ну, я днем постримлю, а вечером, я не знаю, посмотрим. Можно край эфир завтра записать так-то? Ну, можно. Можно его и вообще постримить. Ну да. Так. Здесь какой-то этот. Вот этот дизель-генератор. 2. Хера себе. Вообще патроны. Так, я посуда не пойду. Да, я тоже об этом подумала, что не стоит. Открой. Воу. Сильный эпоксид. Так. А если сильный эпоксид объединить, то там, наверное, дохрена получится, нет? Еще какой-то ключ нужно найти. Так, здесь же больше ничего нету. А мы можем отключить, нет? Не можем. К сожалению, нет. Я бы поотключал. Все нахрен. Так. Нет, такая странная. Нам только к Трэвису сейчас. Нет. У нас еще одно место есть. Да? Ага, сейчас вот налево. Да что за херня? Я второй раз здесь срусь. Первый раз выстрелили, когда мы... Тоже вот сюда спустились. Угу. Это какой-то выстрел. А мне кажется, в дверь ломится. Так. Вот это я вообще просто... Это джойстик, если чё. Геймпад, так. Чё, сохранимся с бегом или чё? Не, не надо. Смысл? Там какие-то кучи говна. Что это? Это карта. Отлично. Зона обработки. Ой, еще один ящик. Ого, что-то нам накидывают-то патрончиков. Ой, еще травка. Ой-ой-ой. Чувствую, что здесь что-то будет такое жесткое. А ну-ка упади.
Там по любой что-нибудь тоже лежит, нет? Не. Так. Оп. А, все. Нихера себе, мы сократили путь. Кстати, подожди-ка. Мы здесь были? Мы как раз вот... Ключ. О, ромбиком. Ага, это вот наверху, который был. Что-то... Отмычка, отмычка, отмычка. У нас недостаточно мест. Японская ты ж мать! Бежим? Бежим назад. Не бежим назад. Давай. Отойди. Ты что такой дерзкий, эй? Вася, эх ты, пошли. Ох ты ж скотина. Еще один, твою мать! Нахрен, просто беги. Так. Так. Нахер, идем сохраняться. В жопу. Да, да, именно. В жопу их. Просто иди так. Сохраняться. Ну сейчас, если кто-то подойдет из них, то можно будет нет, одного завалить. Они... Если они не вышли там, то они не будут круг делать. Хотя... Вот срань, а? Не теперь не по одному. Я раньше, блин, боялся нахрен с одним-то справиться. Так, давай выложим. Сраные гильзы. Так, и... Вот еще патроны. И пока сильный эпоксид он нам не нужен. О, прям вообще. Я прям вообще. Так, ой, сохранится точно. Ага. Еще минут 5 позаписывать можно. Да? Ага. Ну спустимся сейчас, этих двоих завалим. Я прям такой уже на этот. Хотя у меня руки трясутся, а такой уже смеляк. 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 Что за слово? Шубас смеляк. Закрыто. Где-то вылезли. Ага. Вот он. А где второй? Второй где? Второй где-то. Где братюня твой? Закрывайся. Нормально. Все хорошо. Я знаешь, как тренер какой-то. Ага. Так, закрывайся. Блок. Стенка. Так. Где еще один? Кстати, у нас тут вчера возник вопрос. Где твой брат? При просмотре аниме. Да, да, да. Ребята, кто знает, там, не знаю, кто в спорте как-то вообще связан со спортом, помогите разобраться с одним таким немаловажным вопросом. Можно ли тренерам, ну, тренерам употреблять алкоголь? Просто вот, по сути, как бы можно, мне кажется. Ну, ты же не спортсмен, ты же не участвуешь в соревнованиях. Но, с другой стороны, ты же как бы за всем следишь, чтобы все было нормально. Да, да, да. Поэтому нельзя. Ну, вот, должен же быть какой-то свод правил. Да-да-да. Ну, мы искали, я не нашел. Короче, Google просто, у Google просто мозг взрывается от таких вопросов. Он выдает какую-то ахинею, честно говоря. Поэтому так. Нужен. Где второй? Я не знаю. Меня смущает его... этот вопрос. Еще его найти не могу. Так, там. Может, пройдем, если дальше, то... Так я что-то этот... О, еще один эпоксид. В смысле недостаточно? Да твою ж мать. Ладно. Что так много места занимает? Да мы уже, ну как бы ты я куда? Два... Вокруг-то побежал. Два места освободил. И два занял. И два занял, да. Ладненько, давай сохранимся сейчас и закругляться. Окей. На сегодня. А интересно уже, блин. Что там дальше? Эти уже уроды так не пугают? Да если они сейчас так не пугают, то они в следующий раз так пугать не будут уже. Думаешь? Ну мне кажется, да. Ну это знаешь, я что-то это то же самое, что вот мы в Outlast играли. Первое время пугали, да? Эти психи. А потом со временем, даже уже после перерывов, они все равно не так что пугали. Что за фотка? Ценная фотография. Опа, камин. Ну это тот камин, да. Да, это. Да что сзади? Сзади у нас... Тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. Да ничего там не было, мы же смотрели. А мы смотрели на записи в этот... как её, блин? Когда играли за Майю или за Итана? А? За кстати, Итана. У нас отмычка есть. Давай, знаешь что, сделаем. Сохранимся.
еще раз. И откроем ящик. И откроем ящик. И посмотрим, что там есть. Хм. Хитро, да? Пистолетные патроны. Ну, не знаю. Ладно, давай на вторую сохранимся. Ладненько, давайте закругляться. Всем пока, с вами были Ангел Рок. И Элизабет Смайл. Да. Ой, подпишитесь на нас, если вам нравятся наши видосы. Поставьте нам лайк за то, что мы страдаем. И отпишитесь в комментариях, что вы вообще по этому поводу. Да, вообще. Я про спортсменов не забыл. Да-да-да. Это очень важно. Это очень важно. Мы просто сегодня всю ночь голову ломали над этим вопросом. Ой, Ланька, всем удачи.